Мы планируем в следующем году отремонтировать спортзал, а через 2 года уже капитальный ремонт, войти все-таки в программу. Документы уже готовим. Ну, Татьяна Сергеевна ко мне обратилась еще в мае, да, месяце, с тем, чтобы там решить одну из ключевых проблем образовательного учреждения в отношении окон. Вот сегодня мы видим обновленные окна уже в этом образовательном учреждении, то есть быстро и оперативно, и благодарность Министерству образования Кировской области, что вошли в положение школы и помогли с финансированием. Кроме этого, мы видим, что в селе появился новый фельдшерско-акушерский пункт, здание уже установлено, сейчас идет его там, формирование оборудования и, соответственно, все пусконаладочные работы. То есть это тоже до конца года у нас в этом селе появится еще одна точка притяжения. Ну и юбилей сегодня отмечает детский сад села Сарда, и поэтому тоже, я думаю, что с огромным удовольствием посетили это образовательное учреждение. Так, ну что, от нас установлено поздравление вам с этой замечательной датой. Спасибо. Для вас. Спасибо. Ну, а для детского сада то, что вы просили.